Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю гамбуськать, строить и выживать, летая по этим несчастным островам. Собственно, как вы помните, в прошлой серии мы посетили верхний слой планеты. В нижний слой я пока не хочу суваться. Я бы рад вам его показать, да? Умирать неохота. Вот. Как только у меня появится, получается, хотя бы шлем с маской, либо я хотя бы, может, построю к этому времени фильтры здесь, внутри корабля, не знаю, посмотрим. Да и вообще, в целом, на деревянном корабле туда лучше не лететь, там очень горячо, жарко. Считай, что я корабль потеряю. Вот, поэтому не будем рисковать лишний раз. Сейчас посмотрим, что у нас есть из квестов, какие ближайшие, какие дальние. Вот это слишком дальний. До него, кстати, можно долететь не вот так вот напрямую, да, а вот здесь. Планета-то круглая. Вот, у нас есть, получается, здесь несколько домов. Так, что у нас тут есть? Вот такой темпл. Еще вот такой есть. А, он в нижнем слое, да. Гидроген, что? Гидроген fuel with prototype. Get 50 единиц гидрогена и принеси его ему. Да, где его? Ну, вы поняли, что я хочу сказать. Собственно, возьму. Так. Нужно вот в этот город слетать. А что, нормально, сейчас мы поверху, тик-тик-тик. Мне бы тут парочку ребят сейчас щемануть. Нужно двигатели проапдейтить, пропатчить, вот, по-хорошему. Эти железные, дизельные, они вообще четкие. И можно будет еще подсобирать маленечко металла. Поехали по кратцах. Точнее, полетели. Интересно, вот если по морю ходят, да, то как по воздуху? Это все-таки не совсем как бы самолет. Мы реально, по сути, перемещаемся в любом направлении. Вверх, вниз, там, вбок. Будем пользоваться буросейвом теперь почаще. А, мне, кстати, чуть-чуть дерева надо, я там что-то, не помню, уже что-то хотел скрафтить, надо сейчас спуститься, дерево чуть-чуть взять, опаньки. А, это остатки этого. Храма еще до сих пор не разрушилось. Нифига себе. Я уж думал, все там опало. Так, припаркуемся, мне чуть-чуть буквально дерево надо. Привет, дерево. Да иди. Вау. Это ситуевина. Ну ладно, раз уж я упал, грех ей не воспользоваться. Такс. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Момент истины. Да ё-моё. Фух, есть. Я же думал, к нему не присоединюсь никогда. Обалдеть. Да, серьезно. Так, что я хотел? Стилайк, нет. Что-то я хотел сделать. Сейчас надо вспомнить, что-то я хотел сделать. Какую-то машину, механизм я хотел сделать. Workstation, да, где-то здесь. А, Hammer Drill. Hammer Drill. А, вот, Metal Workstation, точно. Дерево как раз нужно. Опа. Так, а не знаю, мне хватит места поставить это чудо. Здесь точно не хватит. Придется где-то его тут ставить, ё-моё. Ладно, пофиг, пока так примостим. Так, это у нас получается... Теперь мы внутри него находимся, да? Что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Steam Engine. Так. Вот, есть, кстати, шлем с газовым фильтром. Рубер нужен. Получается, нужна резина. У нас еще куча вот есть механизмов, на которые стоило бы обратить внимание. Так, спикер, по-моему, микрофон, сигнал. А, транспондер. Вулканическая печка. Нифига себе, где я должен их добыть? Вулканический слиток. Так.
Да. Как весело. Так, что у нас еще есть интересно? Сейчас посмотрим. Так, веревка, крюк. Кстати, рубер, по-моему. По-моему, он из сока делается. Адамантиевый слиток. Адамантий надо еще добыть. Так вот, печку, чтоб, которая его пережаривает, надо сделать. Мне кажется, в обычной я не смогу его делать. Да. Ботл. Так, спринг-газ, танк. Нет, я, по-моему, рубер не умею делать еще. Странно, но я вроде бы изучал данный рецепт на дерево. Как, ну, в смысле, на резину изготовления из сока. Что-то сейчас не могу найти, не пойму. Вроде all, смотрю. Так, еще разочек. Может, у меня где-то он завалялся? Я, по-моему, покупал такой рецепт. Не помню. Вот из него можно делать, собственно, рубер. Ладно. Это прискорбно. Пока пофиг, полетели дальше. Однако. Во-в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 о
Приехал. Опять эта фигня, летающий змей. Да пошел ты, не буду я с тобой морочиться. Такс. Чуть не въехал. Сейчас было бы весело. Странно, где что-то бандитов нигде не видно. Я хочу у них двигатели отжать. У них хорошие двигатели, винты. Кстати, очень хорошо ценится в случае продажи. О. Городок. Так, частично разворован. Такс. Надо его осмотреть на наличие вкусняшек. Наверняка они будут. Так. О, какой-то рецепт. Это хорошо. Выносим двери. Почему бы и нет? Обожаю это дело. На, выломал. Так. О, чёрт. О, тут есть живчик. Я не знаю, агр нет. Сейчас узнаем. Да. Бяка. Взяла меня, атаковала. Ни за что, ни про что. Эй! Рецепт не нужен. Не знаю, насколько точно. Прям жизненно необходим, но наверняка нужен. Тихо. Тихо. Я должен здесь все разломать. У меня контракт на то, чтобы я все разломал. Нет. Блин, поцарапал все-таки коленку. Так хорошо шел. Сдохни ты. Сдохни, бронированный. Нифига себе. Вот почему он не дохнет. Он реально бронированный. Я думал, мне показалось. Оказывается, на туре. Опа. Блин, новые шмотки классные. У них есть шипики. Можно прыгать. Как бы цепляясь за здание. Это круто. Так, надо посмотреть, что мы новое изучили. Вообще классные эти шмотки. Почаще надо наведываться во всякие места. И... А, у меня такие уже есть рецепты.
Слушай, эти кошки, кошки, кошки. Опа. Ух ты, нифига себе. Ништяк. Запрыгнул. Так, у нас гости. Блин. Это серьезные гости, с ними сражаться вообще не варик. Погнали. Я еще пока что не могу их одолеть. Так. Ладно, валим. Нам бы где-нибудь здесь сверху достать этого. Кита. Да, господи. Вот за это то, что ты сейчас сделал, я тебя вентиляторами порву. Смотри. Иди сюда. Засранец. Чтоб неповадно было в следующий раз на меня нападать. Бяка-бука. Чё тут нам повредил? Управляющий. Суппорта нам повредил, гадёныш. О. Еще один город. Текс. Делаем дырки. Тут только деньги. Пусто, да? Ага, там есть комната. Динго. Ну блин. Кстати, куда делись мои эти? Я что, их зря что ли крафтил? Жизняшки мои. Жизняшечки мои, жизняшки. О, нифига себе, там что, закрытые эти? Секретная лаборатория, что ли? Ай! Нифига себе, здесь просто тупо пусто. Гаденыш. Ой, что это меня кочепыжит маленько. Странно. Главное, в эту сторону без проблем, а в ту не хочет подниматься. Реально вообще в эту сторону идти не хочет. Прикол какой-то. Глючит парни. Открываем. Фух, я думал, тут ловушка будет. Просто деньги. Нет, конечно, тоже хорошо, что денюшка. Ну, проблем, но все-таки. Я думал, что будет что-то поинтересней. Засыемся. Маленечко. Так. Опа. Так, секунду, сейчас я попробую. Хоп, хоп. А-а-а! Не получилось. У меня не получилось сумничать, залететь. Так, закрываем двери, чтоб меня не убили. Бандиты. Засранцы с большой дороги, да? О, ти господи. Вы-то мне и нужны. Точнее, ваш двигатель. Молодец, чувак, что сбросился. Красавчик. Самоубийством решил заняться. Тихо. Подогнал аккуратно, нежно. Разбираем. Молчи. Так. Я сейчас там кому-то постреляю. Ох, я сейчас там кому-то постреляю. Так, БР сейф. Все это чиним. Закрываем ворота. Кто там такой дерзкий? Ну-ка, покажись.
Где такой умный? А, это тоже интересные ребята. Их шмонать надо пощупать. Решил скрыться, что ли, от меня, гаденыш? Нет, уж так не пойдет. О, другое дело. Так, сэймся. Пу-пур-пу-пу. Чиним. Все это сейчас починим, чтобы оно было целым. И заберем. А чтобы забрать, нужно его маленечко воткнуть во что-то. Например, вот так. Да. И забираем. Ценную вещь. Я знаю, что ты хочешь сейчас упасть. Сколько я тягу всю забрал. Еще одни летят, по-моему, красавцы. Пожалуйста, нет, что-нибудь зацепиться надо. Черт, черт, жопа. Так, мне бы за что-нибудь зацепиться. Ау, так, весело. Мой корабль остался там, а я здесь. Так, бандиты, естественно, сюда не хотят ко мне идти. Я же засейвился, да, на всякий пожарный? Ну же. А, нет, нет, нет. Автосейв это не то. Блин, слишком далеко. Кстати, мне двери их нравятся. Сниму-ка их двери. По-моему, это, кстати, пластины металлические. Их тоже можно снять. Они мне будут нужны. Так. Тыкс, тыкс, тыкс. Что тут еще какие-то типы летают? Надо их, может, дождаться, я не знаю. Либо наверх забраться и... Мне там кто-то, короче, на крыше гуляет. Что самое смешное. Что-то не помню, чтобы я кого-то себе в гости приглашал. Так, ладно. Погнали, ребят. Что ты так ноешь? Окей. Нам нужно по-хитрому забраться. Теперь как-то... Как-то по-хитрому. Пум-пур-пум-пум-пум. Так, думай-думай. Опа. Да, вот, мне кажется, отсюда, если разбежимся... Готово. Я знал, что у меня получится. Хм, там кто-то на крыше у меня сдох. Денежку оставил. Надо ее забрать. Чтобы забрать, нужно... Так, причалить. Подтянуть себя. Вот так. Все, можно сейвить смело. Я их ограбил. Будет еще его сделать обновление на наш кораблик. И полетели дальше. Сопляет и летает. Нет, спасибо, я с тобой драться не буду. Я уже взял все, что мне нужно. Все, что хотел, я уже взял. Так, где мы сейчас? Посмотрим по карте, а то я уже что-то маленько на секунду забыл. Сколько нам еще лететь-то? Секторов. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять секторов, а в пятом секторе нужно вниз идти. Пойдем на снижение. Блин, надо хорошие банки где-то найти рецепт крафтить. А то
Это зелье только по полтиннику восстанавливает, это мало. Это очень-очень мало. Такс. Однако. Воу. Ни одного кита нету. Что самое интересное. От тебе и на. Ни одного кита. Так, сколько у нас? Все это последний сектор разделительный. В следующем будет очень весело, поскольку там потоки воздуха будут давить меня к центру земли. Надо будет маленечко ускориться. Что ж, ну, валим маленько топливо. Так, потоки воздуха меня тянут вверх, вроде как. Или вниз, даже не пойму. Не-не-не, по-моему, вверх. Лишь бы успеть пролететь. Да. Поток. Хотя не, по идее, вниз должны, если поверить стрелочке. Ах ты говна кусок. Половину всего мне разломал. Говендыш. Блин, нет, меня вверх тащит. Меня тащит вверх. Как ни крути. Так, все целое. Здесь есть острова промежуточные, да? А, нет, никуда не тащит, это просто кажется. Окей. Ну ладно, коль... Нет, 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 все-таки, по-моему, вверх. Карта что-то вверх пошла. Однако. Нежданчик такой залетел ко мне в гости и говорит, слышь, можно я погощу у тебя немножко? О, я сейчас, кажись, врежусь. А, нет, успел. Ух ты ж, ребятки. Ребятки, мне нужно ваше железо. Вы не против, если я вас немножко убью? Ребятушки. Нужно разломать ваш шар. Тогда вы уже летать не сможете. А дальше перестрелять вас всех нахрен. Блин, бух, упали. Сейчас посмотрим, где они там шлепнулись. Какие-то острова, блин, вообще жесткие. Почему интересно ударился, непонятно. Они же видят, что я им все поломал. Странные типы. Так, чинимся. Пум-пум-пум-пум-пум. Почувствуй себя воздушным пиратом. В принципе, то, что я сейчас делаю, это и есть пиратство. Это, по идее, летающая торговая станция. И, по-хорошему, типы эти, как бы, они... Ну, не, как бы это сказать, короче, не агрессивные, если на них не нападать. В основном они заняты тем, что они торгуют. Как бы в идеале они этим заняты. Так, я не все могу починить. Некоторые винты тут хорошо врезались, да, повредились. Особенно вот тут, который находится. Тогда мы его снимем. Как и, собственно, все остальное. Дешевые. Эти штучки я не буду снимать, их торговые посты. Они ничего не стоят. Вообще. Фигня полная. Так, вот металлические стенки можно забрать. Так.
Металлическое добро, оно такое. Мне бы ограбить этих воздушных пиратов, которые там в верхних слоях летают. У них там железо, конечно, побаще будет, чем у этих. Дабы не крафтить самому, можно просто ограбить. Готово. Сеймс. Кто? Ух ты! Мощно шмаляют. Серьезная фигня, наверное. Вау! Товарищи бандиты! Почти с таких же кораблей, как у меня было изначально. Сейчас мы их маленечко остудим. Пошли на дно. Подожду, когда маленечко они разломаются, и потом уже добью. Так, одна пушка сломалась. Только свои пулеметы ручные остались. Блин, у них железные пулеметы. Я хочу их забрать по-любому. Тут даже думать не о чем. Я их заберу. Сейчас починимся. Так. Лица разломать это все. Дерьмо. Все, чувак умер. Легче от этого стало, что ты сел за штурвал. Наверное, да. Еще один умник. Блин, патроны кончаются. Честно, не самое умное решение. Но у них еще один должен, по-моему. Да. В этой пушке прятался, я знал. Готово. Теперь точно все. Идем грабить, ребят. Иха! Абордаж! Забираем шматье. Так. Чиним то, что можно хорошо продать. Можно, конечно, весь его целиком починить и разобрать. Он тут, благо, стоит хорошо. Вот эти штучки однозначно себе заберу железные. Печь еще у них есть. Фига себе. Винты, интересно, просто железные или это эти? О, станция, кстати, по алхимии. Тема. Моя будет. Печка, конечно, мне не очень нужна. Так. Ну, эти копейки стоят. Даже не знаю, разбирать их. Особо смысла нет. Так. Окей. Нифига себе! Охренеть! В меня просто заряд прилетел. Сеймся. Где? Эти говнюки. Блин, его бы сейчас вот мочкануть здесь вообще было бы круто. Если бы он еще и упал сюда. Там вообще тема. Так, блин. Еще одни пираты. Насколько они крутые. А, такие же. Поломать. Фигачи добротно. Сажаем их сначала. Блин, если честно, у меня особо, по-моему, патронов не хватит с ними сражаться. Так что натравим их на кита, если они на него упадут. Я сильно сомневаюсь, но мне кажется, должны грохнуться на него. Да. Что, на меня задница, что ли? А ну успокойся. Успокойся, несчастный. Черт подери, разломал. Полегче, полегче, парень. Что творишь? Опять разломал.
Упс. Да, ё-моё. Слишком близко стоит. Надо их переставить. Это неудобно контролировать. Фига, у меня на край карты упал. Да, сдохни ты уже. Есть эффект. Сейчас заберем его мясо. Ё-моё, сколько ценного мяса пропадает. Под него вот так встанем. Начинаем чиниться. Пофиг на бандитов. У нас тут целый настоящий кит живой. Это куда ценнее. Ну как живой? Он уже мертвый. Живой. В смысле, был живым. Теперь я сейвлюсь. И погнали добывать его. Эй, эй! Ты чё? Зашибись. Чё это мы упали? Это нехорошо. Очень нехорошо. Блин, у него голова скоро полностью пробьет всю текстуру. Мне нужен-то только желудок, по сути. Там могут быть ништяки и чуть-чуть сала с боков. Так. Да ё-моё. Япона-мать! Кажись, нам хана. Если я сейчас ни об чё не ударюсь, у нас протолкает самый низ. Ай. А теперь все зависит от того, как хорошо он упадет и приземлится на мой корабль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ломает. Это плохо. Это очень плохо. Если сейчас корпус не выдержит, то все. Туши свет. Блин. Блин. Что ж ты так неудачно-то упал, чувак? Ладно, сейвлюсь. Это рисково, но я попробую. Писец, он разломал корабль. Я остался без корабля. Скорее всего, сейчас упадет нижний слой атмосферы и... все на этом. Так, в желудке, если что-то и было, то уже оно из него выпало. Однако. Ладно, придется радио юзать. Корабля у меня уже, считай, что нет. Так, боюсь представить, что там от него останется. Это кошмар. Салютал называется, по-быренькому. Ах ты, тварь, а? Что творит? Чуть не уронил меня. А можно у ребят он забрать корабль, если мне жизни хватит. Ладно, попробуем, рискнем. Как говорится, джентльмены, удачи. Чё несчастный, теперь ваш корабль мой корабль. Он временно переходит в мое пользование. Текс. Есть два варианта. Найти, куда грохнулся мой. Если он грохнулся. Полететь, починить его. Либо лететь уже дальше по квесту, а потом его на радио позвать. Где-нибудь поближе на станцию по ремонту. Не,
Здесь, получается, нигде нету ни одного острова. Так что он, видимо, реально в нижние слои упал. Блин, а там если в ядро... Если до ядра долетел, то считай всего. Считай, что корабля у меня больше нет. Не знаю, сколько будет стоить его полная починка, но это с ума сойти. Там, если в ядре он расплавится, там уже нельзя починить. Слетал, называется, да? За добычей сала. Сеемся, чё. Жесткая серия получилась, однако. От всего-навсего-то долететь до города. Вроде квест-то простой, да. Просто долети. Вот, долетел. Так. Некогда, чуваки, мне с вами бороться. Нужно валить. Так-то корабль шустрый у этих пиратов. Только вот, правда, не очень-то пригоден для хороших боев. Не самый лучший вариант. Так. А вот и мой кораблик. Ё-моё, бедный пострадал, я смотрю, не по-детски. Тихо. Паркуем эту хрень. Снимаю с нее только ценное. Она меня не интересует. Так. Ну, как-то так. Ёшки-матрёшки. Так-ка посмотрите, что с ним бедным произошло. Хорошо, что его сразу сюда доставили. Не знаю, кто это добрый человек, но... Спасибо ему. Так, я смотрю, он, в принципе... Видимо, сразу куда-то учехлил. Только баллон, получается, пострадал. Остальное все целое, слава богу. Фух, я уж переживал реально, что он сейчас грохнется куда-нибудь до ядра. Если бы это произошло, это было бы очень печально. Так, сейвим тогда процесс на троечку. Фух, это хорошо. Так, кто мне тут нужен-то? Встретиться с барыгой. Каким именно их тут много? Кстати, с барыгой сек. Я и забыл. Моя совсем забиль. Я хочу поменять эти штуки. Тыч. Турели. И поставить вместо них железные. Так. Где они тут? Это вот бронзовые. Есть бронзовые. Алхимия Station. Походу придется отдельную комнатку реально строить. Мне переделывать его опять. Так. Хорошие двери вот эти поприкольные, которые... Так. Вот. Iron Artillery. И Machine Gun. То. Так, есть, да? Iron Diesel двигатель. Короче, ребят, походу мне предстоит колоссально переделать тут все. Мы расширим эту комнатку, получается, вот двигателя как-то, наверное, под низ спрячем, поскольку и там уже винты к ним. Вот, а эту комнату сделаем под всякие эти крафтовые столы, пожалуй. Сейчас пока не буду париться в этом плане. Сейчас мы найдем барыгу, быстренько сделаем дело. И я серию закончу. Начну строить, потому что процесс это не быстрый, долгий, нудный. Вот, и дабы не отнимать драгоценное время, будем действовать таким макаром. Чё там, деньга? Деньга это хорошо. Интересное место. Они сами-то, кстати, знают, что у них тут такие ништяки прячутся. Среди бела дня. Это деньги. Шик. Здесь пусто, да? А здесь выход есть сюда. А, нет, здесь уже нету никакого секретика. Чувак, ты где вообще там?
ровно к тебе буду идти. Обалдеть. Запрятался, так запрятался, чувак. Блин, долго еще вниз. Так. Поехали. Вау. Угу. Знакомый торговый пост. Я, по-моему, их собратьев грабил, щемил. Да-да-да, что такое? Садись, присаживайся, да? Что-то хочешь от меня. Опа. Прервали на тишину, да? Сзади, ребят, кисок. Ах ты, сволочь. Понятно, он решил сдать меня, тварюга. Схера это я что-то украл. Я ничего не украл, я честно все сдобываю. Что-то не пойму, я потерял все, что у меня было. Я в тюрьме. Блин, если бы я знал, я лучше бы я в ящик все выложил. Ребят, не давайте это нечестно. Нифига себе, они хотят меня это отжамкать, мои вещи. Я столько мучился, грабил, тут на тебе. Сейчас я все выложу. Тогда. Все, при все, прям вообще все туда, все. То нифига себе, так нечестно. Где гарантия, что я заберу свои вещи, правильно? Никто же мне не говорит, что... Вот там ящик, да, иди возьми. Могут и обмануть. Поэтому я все выкладываю в ящик. И вот теперь голеньким можно идти. Оп. Фига себе. Не, ну реально вообще кидало. Обалдеть. Короче, видимо, я не буду заниматься постройкой корабля по причине того, что у меня немножечко не хватит ресурсов. Так, а как можно туда добраться? Вообще не знаю, есть ли смысл их сейчас обшманывать, учитывая тот факт, что все потом все равно меня заберут. Да? Так, так, так. Тут всякая есть какая-то дорога. Надо просто потихонечку идти. А, блин, а как туда? А, вот вижу люк. Не сразу заметил. Так, там вот еще есть люк. Ух ты, какая ваза. Сюда будет прийти разломать ее. Опа. Нейтрализовал, считай. Весь урон от падения. Двойным прыжком. Ну все, я тут. Отойди, мужик, я хочу сюда зайти. Фуф, ребят, ну теперь можно смело сдаваться. Что поделать? Уроды. Грабят средь бела дня. Дали по башке, и я потерял все, что у меня есть. Шикарно. Шконки, туалет. Главное, вниз дыра такая, по принципу. Хочешь покончить жизнь самоубийством? Ладно. Что ж, ребят, на этом серия закончится. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.